давайте дальше продолжать строить наше с вами поселение. Так, в прошлой серии мы остановились ровно же на этом моменте, я ничего не достраивал. Единственное, что я сделал, это вот сделал, получается, двор для компоста, из-за того, что нашим жителям нужно было, вот видите, вот это вот ведерко. А не, это не, ну тут такое же самое ведерко, как вода, только есть компост, который нужно выносить. Так, что вам, воды не хватает, да, Дариш? Можете колодец еще построить? Как думаете? Может, реально тут еще колодец? Хотя вот есть колодец. Ну, я надеюсь, вы справитесь. Так, давайте, наверное, смотреть, что у нас есть еще тут дальше. Так, хранилище, производство. Да, вот производство еды. У нас появились теперь поля производства. Можем проводить с вами, чи производить. Что-то можем производить здесь. А давайте посмотрим. Так. Давай, наверное, мы здесь тебя снесем. И попробуем поля. Блин, знаете, что хочу посмотреть? Что конкретно и как мы тут будем выращивать? Может, мы с вами здесь одну сделаем? Так, на 4, да, говоришь? И тут на 4, а тут на 3. Тут у нас не влезет. Ладно, давай сюда вот поле. Да, подтвердить. Ускорить. Давай немножечко ускоримся и посмотрим, что тут будет за поля и как конкретно они будут взаимодействовать с этими полями. А ты у нас удобрения делаешь, да? Ты же тоже, по-моему, удобрения используешь, да. Во. Может, сюда сейчас поля в эту сторону перенесем, посмотрим. Главное сейчас понять, что тут и как. Хотя, возможно, я сделаю, смотри. Отменить, нет, не то. Вот так, может, дорогу здесь даже удалю. И тут будет у нас чисто поле. Главное сейчас понять, как это все у нас будет работать. Да, нужно будет потом построить оборону. Вот эту вот казарму. Но казарма сильно большая. Я думал, можешь вынести ее сюда вот так наружу. Как думаете? Пусть у нас здесь солдаты с вами занимаются. А внутри в поселении будет производство чисто. Как думаете? Так, давайте достройте, пожалуйста. Хочу посмотреть, как устроены наши поля. Ну, кто ими занимается? Да, кстати, что по поводу животной фермы. Так, пока что не куплено ни одного домашнего животного. Ага, то есть его нужно будет покупать, правильно я понимаю? Смотри, у нас здесь есть... Где тут я видел услуги... Вот, торговый причал. Периодически торговцы приносят ресурсы, которые вы можете купить по разным ценам. Они также могут купить определенные ресурсы. Перемены цены позволят... Я могу построить сейчас. Вот, вот тут у меня позволяет. Но в чем проблема, я просто не знаю. Если я сейчас торговый путь построю, не будет ли на нас нападать? Я просто еще не готовый к этому, к сожалению. Так, что нужно... Зелень, растения для волокна, зерно, травы, медицинские корни. Ага. Травы, медицинские корни. Блин. Может, реально пусть у нас здесь будут поля, как думаете? Давай посмотрим, как мы это сможем с вами сделать, производство еды. Может... А может и не может. Так, хорошо. Давай делать так, значит. Не-не-не. Делаем вот так, вон, да. Такими маленькими участками. Да, я, наверное, здесь сделаю одни поля. Сейчас посмотрим, сколько тут сюда влезет.
Так, дай смотреть. Ага, сюда больше не влезет. Ну, ничего не поделаешь. Так, отлично. И тут отлично, хорошо. Давай, значит, у нас здесь будет с вами самое первое, что зелень. Давай, наверное, зелень пусть будет. Так, цикл. Ага. Растение для волокна. Давай новый культуру, цикл посевов. Вместимый цикл посевов 4. Ага. Зерно и травы. Вот так вот. И вот в каждом будем делать таким образом. Наверное, на следующем поле так и сам будем делать. Давай вот сюда. Просто будем циклы менять, чтобы у нас было все. Так, здесь у нас первые идут травы, правильно понимаю, ну, зелень. Дальше потом добавим сюда травы, сюда добавим первое, это как его, пшено или там, что там, пшеница у нас. Согласны? Я думаю, будет шикарно. Да, здесь мы можем с вами, кстати, улучшаться. Так, хижина целителя был построен, школа был построен. Хижина целителя, а это что у нас? Это мастерская травника. А что такое хижина целителя? Слуги. Давай смотреть. Компост есть, хижина целителя. Но это ши... А, нет, это не то. Вот у нас хижина целителя. Давай, наверное, мы хижину целителя сюда поместим. Как вам такое? Да, пусть будет. Так, вам мяса, да, не хватает, говорите? Блин, ну... Да, согласен, мяса нужно. А где у нас еще можно добывать еду? Так, охотничья хижина. Вот, олень один. А здесь есть где-то три. И вот три. Давай, наверное, сюда. Одну хижину поставим. И сюда одну хижину собирателей поставим рядышком где-то. Вот как-то... Так, да. А потом, если что, перенесем. Что у тебя? Чего не хватает? Угу. Минус один, да, у нас с вами? Я так понимаю. Да, даже минус трое. Мне интересно, а когда оно заполнится полностью? Наше кладбище что будет? Так, дальше, что у нас здесь идет? Что у нас первое было? На зелень, да? Давай раз... Волокно пусть будет, потом дальше зерно, трава и корни. Есть. Отлично, поехали. Вода. Ага, дождь пошел. А, нет, дождь не пошел. Тогда нужен где-то тут колодец рядышком. Как думаете? Давай, наверное, мы колодец с вами здесь установим. Где-то возле склада здесь, да? Где наш колодец? Вот наш колодец. Давай вот сюда. Ну, чтобы наши далеко не бегали, просто граждане. Мясо, мясо. Да-да, я знаю, что у вас мяса не хватает. Я правда ничего не могу сделать, но, возможно, поможет то, что мы с вами здесь поставим еще одних. Так, лесоруб горит. Йоу. Ну да, тут есть пожары, но они сами тушат. Без помощи пожарных. Да, давай посмотрим заодно. Сейчас заодно и посмотрим. Ага, уничтожено, да? Тогда знаете, что можно делать? Тут где у нас... У нас тут лесорубы, да? Были вроде. Или кто у нас там был?
по-моему. Так, хижина лесника, пойди. Производство. Да, по-моему, лесорубы здесь у нас стояли. Возвращаем их обратно. И давай, наверное, сюда колодец тоже поставим на всякий пожарный. Ну, если опять загорится, то они хотя бы смогут сами потушить это все. Тогда нужно ускориться. Да, я вижу, что вам мяса не хватает, но я так и извиняюсь, но нету. Мяса больше нету. А вам рыбы мало, да? Я так понимаю. Угу. У вас только зелень осталось или что? Зелени много, ягоды вообще нету. Ага, ягоды вы все собрали, да? Или не сезон? Не сезон, походу. Да, зима. Не сезон. Ладно. Сейчас они достроят туда нам огороды по-быстрому. И на следующий год, я надеюсь, с едой будет немножечко получше. Так, отлично. У нас тут что было? Давай сюда зерно. Травы. Это и зелень есть. Дальше у нас было там зерно, да? Тогда берем травы. Корни. Зелень. Растительное волокно. Не знаю, возможно, можно просто зерно, 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 но... Давай так попробуем. Так, у нас там салат, да, был? Зелень. Давай корни. Зелень. Волокно. Зерно. Возможно, реально нужно было просто поставить зерно-зерно на 4 года, но не знаю, влияет ли как-то это на почву, либо не влияет. Хорошо, пусть будет так. Вы мне колодец построите, чтобы вам ближе было, либо нет. Так. Охотитесь? Ну, вроде охотитесь. Ну да, тут 4 есть. Должно хватать, по идее. И тут 2 где-то. Плюс здесь должны построиться будем. Но у нас людей не хватает. А из-за того, что, наверное, они нам огород ставят. Так, что у нас? Не помните, что было тогда? Корень, да? Первое. Хорошо, давай тогда просто зерно. Ну, не знаю, пусть зерно будет. Пусть будет одно зерно. Ну, возможно, мы хлеб сможем с вами делать. Так, а ты что-то теряешь, да? Я смотрю. Ага, ты у нас хпшку теряешь. Наверное, ага, его вот откис. Да, из-за еды у нас население все меньше и меньше становится. Ну, ребят, я ничего поделать не могу. Реально, ничего поделать не могу пока, месь. Можно, наверное, торговый пост построить. Но и опять же, если я сейчас его построю, возможно, люди узнают, что я здесь нахожусь, и начнут у нас нападать. А я реально пока не готов. Мне главное, чтобы парочку человек осталось. И оно все будет хорошо. Так, оборона. Давай смотреть. Казарма. Давай, наверное, казарму мы тебя сюда установим. Да, есть. Не то. И стрельбище. Вот так вот. Все, я думаю, отлично сюда оно впишется. Вам мяса не хватает, да? Дом. Дрова. Нет рабочих мест. А где нету? Так, есть незавершенные работы, но нет рабочих. А, даже так. Может, 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 нужно убрать кого-то одного. Давай, наверное...
Давай одного сюда на рыбалку. Все, пусть один человек нам все это построит. Так, хотят 5 мигрантов к вам переехать, да? Отлично, мне как раз нужны рабочие. В здании есть труп, ну, я надеюсь, они его заберут. Или нет? Так, что по поводу мяса, почему вы его не ловите, либо ловите? Да, ловишь, хорошо, все, сейчас пойдет. Я думаю, сейчас с мясом пойдет, все хорошо у нас. Так, забрал, да? Да. Пошел хоронить, хорошо. Я не понять, как они выбирают приоритет постройки. Вот я сюда сделал приоритет. Может из-за того, что они пешком ходят? Ага, вот ты понесла, да? Умничка моя. Отлично. Так, что здесь у нас? Давай смотреть. У нас было зерно, давай пусть будет 5 зелень. Волокно, травы, корни. Давай, не знаю, корни, травы, волокно и зелень. Вот так вот. Все, шикарным. А в этом месте, ну, вот этом, где оно тут... Мы все вот тут посмотрим, может что-нибудь построим. Так, что нам для улучшения еще нужно? Школа. Торговый причал. Минимальное население сотка. Хорошо, нам нужна школа. А если у нас тут школа? Как думаете? Так, ресурсы. Давай смотреть. Лесоруб есть, мастерская есть, сапожная мастерская. Сапожная мастерская у нас, кстати, нету, да? Давай, наверное, сапожников. Вот мы сюда. Пусть тут у нас будет сапожная мастерская. Дальше. Шахтерская хижина. Ага, даже так. То есть ты у нас камушек, да, будешь добывать, я так понимаю? И камень, и камушек, и глину. Давай, тогда ты будешь у нас здесь. Хижина лесника. Хижина лесника. Вот у нас хижина лесника, да? Так, это лесоруб. А, вот это хижина лесника, хорошо. Плавильня, кузня, угольная печь. Плавильня. Огромная ли ты? Да, ты большая у нас. Я не знаю даже, куда я плавильню. Давай плавильню, наверное, мы сюда отправим. Как думаете? Пусть тут у нас будет плавильня. Дальше. Кузница вот сюда. Из-за того, что если на нас будет нападать, они сначала будут это разрушать, а потом уже забор. Ну, у нас будет время с вами. У нас будет с вами время заняться этим все. О, и угольная печь. Давайте вот так сделаем. Да-да-да, мяса у вас мало. Понимаю. Ну тут два человека работают. И здесь один человек работает, да? Да. Окей, пусть работает. Пусть работает, пусть занимается. А что у нас по поводу склада? Травы есть, да? Здесь у нас не хватает чего? Корни. Ну, корни должны тут, по идее, у нас где-то расти. Да, вот тут корни будут. Высокие потребности удобрений. Но удобрения у нас тут, как говорится, хоть одним местом жуй, да? Так, время следующего... Последнего рейда 100%. Ага, богатые ресурсы, хранилище. А, то есть на нас нападали уже? А где я был в этот момент? Без понятия, да? Просто ничего не за... Из-за чего я не хочу улучшить... Это как я устроить еще домики? Здесь их улучшить можно будет. Ага, я забыл. Школа. Школа, школа, школа. Что мне нужно? Минимальное необходимое население 50 человек. А у нас сколько...
43. Блин, ладно, подождем. Подождем. Как думаете, будем с вами торговый причал строить, либо не будем? Хотя ладно, давай, наверное, знаешь что, сюда еще домиков настроим. В любом случае нам пригодится, правильно? Да, вот так вот. Да, удаляй спокойно. Это мы с вами уже выращиваем, так что... В принципе, я и не переживаю. Так, хорошо. А здесь у нас будет с вами... Давай парк для украшения. Украшение, украшение. Так, большой парк. Нет, не влазит. Угу. Маленький парк. Тоже, да, не влазишь? Ну да. Хорошо, давай тогда, значит, сюда колодец и пару клумб. А что поделаешь? Большой цветочный сад. Да, давай вот так вот. Дальше масечки и колодец. Где наш колодец? А вот наш колодец. Все, шикарно. Потихоньку, помаленьку вроде строится. Что у нас здесь? Казармы. Угу. Раиса. 22. Ого, да-да, голод. Ну да. 38 человек. Блин, а почему вы не ловите? Вот, 29 мяса. 37 мяса. В чем проблема прийти забрать? А? Вы ж несете, да, мясо, я надеюсь? Да, вроде несут. А, ну сейчас посмотрим. Так, Василий, ты мясо несешь себе, я надеюсь? Да, мясо несет, хорошо. Тогда мне нужно здесь, у вас мне дрова никто не делает, а им дрова нужны. Хорошо, ну, остается только ждать. Остается только ждать. Так, сезон пошел. Пошел, хорошо. Думаете, хранилища нам еще нужны? Хранилища. Давай, наверное, сюда мы... Ага, не можем, да? А если я так хранилище поставлю, как думаете, они сюда будут приносить что-то, либо не будут? Побольше давай хранилище сделаем, на всякие пожарные. Вот так вот, и давай еще одно. Все, шикарно. Пусть лучше будет больше, чем меньше. Правильно? Правильно, согласен. Так, давай дальше смотреть. Ты у нас охотишься? Да, у нас охотишься. У нас все равно не хватает рабочих, да? А рабочих у нас не хватает. А я ничего не могу сделать, серьезно. Сейчас новые дома построятся, и надеюсь, у нас будут новые жители. Мы сможем построить им школу, и может из-за образования они начнут быстрее как-то соображать по поводу ловли всего. Хорошо. Ага, у нас нету людей. Окей, ну пусть одна будет. Здесь двое, собиратели, здесь один. Так, что это? Кожа увеличит максимальную... Постоянно ферма, да? Сохранить на потом. Да, давай, наверное, ферму. Вот, есть. Использовать. Выбрать. Ага, не могу. Окей, напомните мне потом выбрать. Когда у нас появятся животные.
Блин, вроде на четверку скорость поставил, но все равно как-то медленно все происходит. Центр города. Ну, центр города у нас тут есть с вами. Улучшить пока нельзя, не могу, к сожалению. Я так понимаю, здесь на полях по одному человеку, да, работают фермеры? Угу. Посмотрим, может, я просто переделаю потом и сделаю вот такой вот. Где ты? Просто вот такое вот, возможно, поле сделаю одно и второе. И тут будет работать по одному человеку. Посмотрим, как оно будет. Ладно, сейчас зима придет, и по идее зимой... Ну вот, мясо 71, рыба есть, зерно тоже есть. Зелень тоже есть. Что по поводу производства еды? Фермер, коптильня. Коптильня, что мне нужно? 75 человек, да? Угу. Окей, а тут еще и привлекательность есть, да, здание, я смотрю. Что это? Центр города. Переключиться на вид земли. Вроде нормально, вроде ничего такого страшного и нету. Да, я знаю, что не все всех устраивает. У меня здесь рабочих нету, да? Понимаю, что не все всех устраивает, но что поделать. Блин, давайте, наверное, поле переделывать. Наверное, поля переделывать, потому что у меня рабочих так не хватит. На всех. Либо нет. Или пусть так и будет. Ладно, я подумаю. Возможно, я по за кадром, так сказать, это сделаю. Может, сделаю просто два поля. Может и нет. Просто не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы каждый год у нас хватало всего. Ну, людей мало. Вот реально мало людей. А у меня рабочих вообще нету, чтобы этим всеми занимались. Блин, можешь убрать откуда-то одного. Как думаешь, давай вот так сделаем. Посмотрим. Здесь один. Здесь троица. Тут тоже много людей. Вот, давай вот так вот. Освободим место. Так, строительство пошло. Низкие запасы меховой одежды. А у меня их и нету. Я их и не могу вроде делать, если не ошибаюсь. Вот тут одежда из меха, да? У меня нету, к сожалению, шерсти. Так что его пока месь и не будет, ребят. Что вы тут строительством можете заняться? 42. О, растет потихонечку. Было 38, уже 42. Отлично. Так, собиратели, хижина. Пока месть бесполезная зимой. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, что по поводу еды, давай посмотрим. Мясо 19, рыба 30. Мне нужно, знаете, что сделать? Рыбу, коптильню. Но для коптильни мне нужно... Мне нужно 75 человек. Да, во, и плюс еще 4 человека. Отлично. Сейчас начнется немножечко быстрее это все дело. И строительство начнется. И производство. Да? Ты же занимаешься ловлей? 27 мяса. Во, молодец, умничка. Хорошо, молодец. Так, дров не хватает. Да-да-да, дрова вот у нас. Сейчас дровами будут люди заниматься. Поехали. Дальше, 48. Мне еще два человека, и мы сможем с вами школу построить. Так, услуги, школа, школа, школа. Торговый причал. Давай, наверное, мы пока месть торговый причал, пока месть я не забыл. Мы сделаем его вот так вот.
стока нажмем на паузу и строить его, пока вместе мы не будем. Так, недостаточно дерева. Ну, занимайтесь. Что я мог сказать? Занимайтесь. У вас как бы для этого все возможности есть. Не мне же этим заниматься, правильно? Но я помогу немножко. 58, ага, нет уже места. Мне коптильня нужна. Реально нужно будет сюда куда-то коптильню ставить. Люди, 48, еще двое. Еще двое. Ага, тут Елена, 25. Гавриил, 58, Ольга. Так, ребятки, дайте мне еще два человека. Интересно, а большая школа или нет? Может, мы снесем одно здание и сюда школу влепим? Как думаете, куда-то сюда? Вода, а здесь вообще никто не живет. Остается только ждать. По-другому тут как бы никак. Размер 3 на 4. А здесь размер 3 на 3. Ага. Ну, можно будет, наверное, вот этот домик удалить и маленький парк. И может сюда и школу поставить. Либо вот сюда сбоку разместить. Ну, именно вот сюда. Так. Заметили налетчиков. Они требуют следующие ресурсы. Обед на пощаду деревни. Если вы откажетесь предоставить ресурсы, они нападут и разграбят деревню. 63 золота. Ну, принять. Все. Вообще, 100 моих разграблен ресурсов. Ага, нас разграбили, да? Блин, ну... Пока я не построю себе казарму, я ничего не смогу. Ладно, и такое бывает. Ничего, потом мы с вами дадим им отпор. Значит, можно строить спокойно себе торговую... Эту торговую верфь, да? Торговый причал, и не париться. Так, запасы еды мало осталось у нас. Почему мало? Смотрим. Мясо 55, рыбы 53, зелень, грибы. Конечно, фруктов у нас мало. Ну, они же собирают, как я вижу. Потихонечку. Да, это дело пойдет быстрее, когда я смогу по 3, по 4 человека направлять на работы, но пока я, к сожалению, этого делать не могу. Так, 49 человек, давай, мне нужно 50, еще одного. Еще одного, и сюда куда-то школу можно будет поставить, я думаю. Давайте, я вас верю. Я реально в вас верю. Количество домов 96. Серьезно, тут 96 домов у меня? Ясненько. Взрослые 26, ага, дети 15. А можно мне еще одного? И я построю школу. Или нельзя? Достаточно дерева. Но она старается как может. Я же не могу ее заставить, правильно? Работать быстрее, лучше. Старается как может. Так, ага, дома вообще пустые.
Блин, а давай, наверное, знаешь, что мы сделаем? Отменить. Мы сюда школу поставим. Вот, вот мы сюда школу как раз с тобой поставим. Ну, дай одного, пожалуйста. Дай мне одного человека. Ты собираешь ягодки? Ага, ты грибы собираешь, да, только? Я не понимаю, почему он ягодки не собирает. Может, из-за того, что он не успевает просто? Так, 6 января, 7 января, 8 января. Ого, как быстро время летит. Где новые поселенцы наши? Вот реально даже нету смысла дальше строить эти дома, вы сами видите. Улучшение можно сделать какое-то, но пока мест у меня этого нету. Возможно, торговца будет продаваться. Вот, 50 человек, быстрее, пока мест никто не откис. Ресурсы, не то, школа. Вот, школу давай ставить. Есть, отлично. Даже влезет сюда и колодец один. Так, ресурсы, колодец. И давай украшения, чтобы детки с нами, чтобы наши детки там играли, хотел сказать. Вот так вот. О, все. Шикарно. Давай занимайся школой. Строительством. Давай посмотрим. Поводу еды 25 зелень, грибы, ягоды. Ага, мясо 25. Ну, потихоньку, помаленьку. Вам воды не хватает, да? Или что это такое? Ну, вода у нас есть. У нас много колодцев здесь. Реально, колодцев здесь много. Может, вам еще парочку поставить сзади домов? Ну, вот смотри, у нас... Блин, закройся, пожалуйста. Вот, запасы 200. Вот тут запасы 200. Или прям вам в упор нужно, чтобы колодец был. Хорошо, допустим. Давай сделаем вот так вот. Мало ли, может. Они кайфуют от этого. И давай, наверное, знаешь, что сделаем? Сделаем здесь парки сзади домов, чтобы красиво все было, украшения. Нет, не то, не цветочный сад. Хочу парки. Могу сделать? Нет, не могу. Блин, а жалко. Охотничья хижина горит. А, ну все. Можно с ней попрощаться. Потому что там колодца рядышком нету. Ну да, я думаю, они не успеют ее потушить. Ну ничего страшного, сейчас новую построим. Нужно будет продумать эти варианты. И ставить здесь... Так, отлично. Колодец. Тоже давай куда-то... Пусть тут будет. Колодец. Нужен ли тут тебе колодец? Пусть будет. Да, охотничий домик у нас с вами пошел по одному месту, к сожалению. Ну, ничего страшного, отстроим. Строим новый. Так, школа строится. Здесь все строится. Давай посмотрим, что еще у нас здесь с вами есть. Ресурсы. Шахтерскую хижину я сделал. Мастерская травника у нас тоже вроде есть, да, вот эта мастерская, да. Где она? Да, есть. Угольная печь, лесопилка, дубильня, производство еды, ферма. Но ферму, я так понял, нужно будет закупать с вами. Нужно будет, наверное, у торговца закупать. Дальше коптильня. 75 человек, да? Окей. Что по поводу улучшения?
торговый причал. Так, минимально необходимо население соточка. Я думаю, мы справимся с вами. Соточку сделаем. Хижина целителя. Вот это вот она у нас. Школа. И школа строится. Давай смотреть. Но школа у нас строится с вами. А куда я? Во. Давай смотреть. Образование низкий. Во. Гаврил. Гаврил. Давай, Гаврил. Расстояние до дома 5 метров. Ну, вообще отлично. Скажи, возле дома у тебя работа будет. Шикарно. Давай, Гаврил, обучай наших деток, чтобы они были умными, и мы с вами начали развиваться по-быстрому. Давай, приоритет ставим. Дальше. Но это нам пока здесь не надо, я думаю, казармы. Давай посмотрим по поводу пристани. Вот. Ускоряемся. Давай смотреть, что у нас тут есть с вами. Может, реально что-то сможем закупить, либо продать. Ага, ягод много, рыбы много, зелени хорошо, мяса нету. Мяса нету, понял. Так, сюда будет кто-то идти? Не будет. Все, понеслось. Так, производство, производство. Волокно, шерсть. Нет у меня шерсти. К сожалению, шерсти у меня нету. Как только закупим наших животных первых. А что по поводу... Так, привлекательность нейтральная. Возможно, даже животных с вами вот здесь где-то с вами и поставим, да? О! Скорость производства инструментов. Угу. Скорость производства травное лекарство. Скорость производства инструментов. Давай травное лекарство, наверное, да? Использовать. Мастерская закрыть. Ты где? Во, выбрать. Подтвердить, закрыть. На 4 года, на 25% быстрее это все будет идти. Шикарно. Шикарно. Давай, наверное, сюда человека одного добавим. Чтоб дрова делал. Что нужно? Недостаточно камня. А это тебе что, не камень? Камень. Собирай, пожалуйста. Пока мисс у нас не построился, получается, эпики. Хижина, которая будет добывать нам камень и добывать нам уголь. Уголь. А где-то я железо здесь видел, да, по-моему? Уголь, уголь, уголь. А где я железо видел? Ага, вот железо, да? Да, железная руда у нас. 680, маловастенько. Ладно. Как ты называешься? Ну, подскажи мне. Шахтерская хижина. Шахтерская хижина. Где ты? Травника, хижина. Вот, шахтерская хижина. Нужно будет сюда тебя поставить. Чтоб ты меня... Уголь, чей этот железо добывал. Все, давай. Стройся, пожалуйста. Не хватает. Знаете, что я думаю? Наверное... Так, увеличит максимальные... назначенные фермы... Ферма, ферма, ферма. Это еда, да. Угу. А я могу сейчас ее сразу активировать? Использовать. Здание с пустыми слотами. Ага, не могу. Мне нужно будет построить сначала здание, а потом уже карточку улучшения туда. Давайте, знаете что, на этом серию закончим. Я сейчас без записи подожду, пока мисс
У нас здесь все достроится с вами. Попробую наладить им еду. И в следующей серии уже как раз и продолжим. Потому что сейчас очень долго и нудно будет это все ждать. Сами понимаете. Нужно будет подождать, пока у нас будет 100 человек с вами. Жителей. Уже сколько у нас? 62, еще 30 человек. И будет вообще шикарно. Ага, образование 2%. Высокий, да? Арсений. Арсений красавчик. Арсений молодец. Я жарю. И в следующее уже с вами, ребят, продолжим наше приключение. Ну, опять же, я говорю, что игра мне реально понравилась. Я не знаю, как вам, но мне хочется ее проходить на постоянной основе, серии 200 записать. Но, к сожалению, не получится. Я так понимаю, что это вроде типа демки. И тут контента как такового немного. Ну, хотя бы на пару серий. Так что все. Всем спасибо за лайкосики, подписку и до новых встреч. Все, пока-пока.